Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня разработчики выпустили трейлер к новому обновлению. И это просто что-то с чем-то. Ну что же, присаживайтесь поудобнее, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал Кента ПК. Ну а прямо сейчас мы его посмотрим, и я вам покажу абсолютно все пасхалки. И чтобы получить данный замечательный M9 Bayonet Ancient, тебе надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал, во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс свой ID, и третье, самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standoff. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%, тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Да, 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 это не сон, ребята, просто посмотрите на все это, у меня нету слов. Ну что же, давайте смотреть на все от начала до конца и по порядочку. Что же мы тут видим? Первый — это нож. Да, это новый нож. Да, это новый нож. Да, это новый нож. Я просто в шоке, ребят. Новый нож. Охренеть, охренеть. А если будет новый нож, это означает то, что будет новый кейс. Вы скажете, Кента ПК, да нет, ты бред какой-то несешь, не будет нового кейса. Окей, окей, а что вот это? Что вот это? Это же кейсы. Значит, ребята, я не зря себе полный инвентарь Furious кейсов купил. Значит, все-таки будет новый кейс, и я очень сильно благодарен разработчикам за это. Блин, ребята, я просто в шоке. Посмотрите, новый нож, какой он красивый, какой он классный. Но и это не все. Новые гифтбоксы, да! Посмотрите вверх, вверх, надо мной. Куча подарков, куча гифтбоксов, ребята. Я просто в шоке. Как это можно описать словами, я не знаю, потому что... Подарки. Новый нож, новый кейс. А если новый кейс, означает будет и новая коллекция? Блин, ребят, я просто в шоке. Поэтому мой вам совет, закупайте Furious кейсы. Так, ну что же, смотрим дальше. Это, ребят, отсылка к прошлогоднему режиму. Назывался он «Снежное безумие». Что такое? Значит, этот режим обратно добавят на этот Новый год. Также, ребят, есть еще одна пасхалочка. Это то, что добавят боксы. То есть то, что будет новый кейс, это уже 100%. Мы видим новый нож с этого кейса. Дальше мы видим бокс. И дальше мы видим кейс. То есть 100% будет новый кейс и новая коллекция. Ну что ж, смотрим дальше. И подарки. Подарки — это самое главное. Так, смотрим на елочку. Я уже слышу новые звуки. Блин, Иван Сысёв — это человек, который занимается звуками в игре. Я тебя люблю, ты лучший, спасибо за звуки. Так, ребята, не расслабляемся, идемте смотреть дальше. А ну-ка, вы слышите этот звук? Кайф! Кстати, ребята, вы не заметили один очень важный нюанс. Это то, что обновят карту под названием Training Outside. Ребят, мало ли вы не поняли, то это карта Training Outside. Посмотрите, вот, вот тут вот сейчас идеально будет видно. Да, да, да. Он та башня. Да, 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 это Training Outside. Ребят, просто посмотрите на все это. Я в шоке. Как по мне, очень красиво, очень круто. И представьте, там будет стоять огромная елка. Смотрим дальше, смотрим дальше, смотрим дальше. Внимательно смотрим, не перематываем. Дальше, наш главный персонаж. А, кстати, новая анимация! Новая анимация, посмотрите! Не, конечно, она простая, но тоже. Респект, респект. От меня респект и низкий поклон. Новая анимация. Дальше он берет телефон, и на телефоне написано Little Helper, что в переводе означает маленький помощник. К чему же эта отсылка? Это отсылка, опять же, к новому режиму, скорее всего. Давайте смотрим, 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 смотрим. Оля! Также, ребята, попрошу обратить внимание на мой инвентарь. У меня весь мой инвентарь из Furious кейсов. Почему же из Furious кейсов? Да потому что, по логике вещей, Furious кейсы — это следующие кейсы, которые уберут. Раньше тут были Origin, потом Origin убрали, теперь Furious. И, скорее всего, Furious уберут и добавят вместо Furious еще какой-то кейс. Почему, я думаю, именно так? Да потому что там мы видели новый нож. Ребята, я не знаю, что это за нож, я не знаю, как он выглядит, но там был новый нож, новый режим, новые перчатки. И я просто жду это обновление. Поэтому, ребята, если вы тоже ждете обновление, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и хэштег обновление выходи. Ну что же, с вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.